Здорово, народ, на связи Xpervit, и я продолжаю играть Stumble Guys. И все уже просто в восторге и ждут, ждут и еще раз ждут новую обнову, которая будет очень скоро. Обновление 0.46, в котором выйдет очень много крутых скинов. Один из них вы видите прямо сейчас перед собой. И, конечно же, новая локация. Поэтому, ребят, давайте с вас обязательно лайк. Не забываем подписываться на мой канал. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал, где мы общаемся вместе с ребятами. И обязательно пишите комментарии, как вам новое обновление, которое нас ждет. Погнали! Значит, разработчики решили взять 4 идеи локации и совместить в одну единую. По сути, у нас уже есть аналоги этих локаций. Это локация славы, зимняя локация, локация, где в нас стреляют пираты, и 4-я локация, которая напоминает Египет. Это достаточно офигенная и удачная идея. Поначалу, когда я увидел скриншот этой локации, я думаю, блин, а как это будет тут все происходить? И что вообще нужно будет делать? А здесь нужно собирать монеты. Чем больше ты насобираешь монет, тем больше вероятности, что ты попадешь в следующий уровень. И, как по мне, это очень крутая идея. Я уже безумно жду этого обновления 0.46 для того, чтобы поиграть на этой локации. А еще, я думаю, будет круто поиграть на этой локации вместе с подписчиками. Поэтому, ребят, давайте с вас обязательно лайк, если вы тоже этого хотите. Я не знаю, как они до этого дошли, но, в принципе, учитывая те события, которые сейчас происходят, что они совмещают сразу две локации, я думаю, это был лишь вопрос времени, но идея очень крутая. Ребята, вы напишите, какая из этих 4 локаций в одной локации вам больше всего понадобилась. Ой, понадобилась, понравилась. Мне больше нравится там, где лава. Видим, что ребята стараются, стараются. 19, но это мало. Я думаю, если мы будем играть по-настоящему в игре, то этого будет недостаточно для того, чтобы пройти дальше, а там посмотрим. О, блин, ну это очень круто выглядит. А, спалил. Кстати, мы видим, что есть еще и посередине. Кстати, я бы там собирал бы монеты. Вот здесь, это самая первая точка, наверное, куда все будут бежать для того, чтобы собрать монет. Сколько здесь, 6 или 7 монет? Вот единственный вопрос, я вот не обратил внимания, монеты восстанавливаются или нет? Мне кажется, что они будут... О, вот туда что-то сложно, да, забраться. Но я думаю, ребята будут стараться показывать, как тут все делать. Знаете, всякие приколы. Ну, смотрите, здесь реально локация, в которой очень много можно всякого чудить и придумать. Я думаю, что разработчики не остановятся только на этой локации, потому что с каждым обновлением они должны придумывать что-то такое, что могло бы переплюнуть предыдущее, для того, чтобы нас удивлять. И этой локацией, и теми скинами, которые будут, они реально удивляют. Я, правда, не знаю, как это будет влиять особо на игру. Я надеюсь, что все будет четенько, никаких пингов, никаких лагов, и все будет просто супер. Но в будущем, я думаю, тоже будут локации достаточно интересные. Но вот эта локация с лавой, реально, я больше всего от нее кайфую. Мне вообще нравится все горячее, то есть огонь и тому подобное. Во-первых, это сложно, а во-вторых, это интересно. Я надеюсь, друзья, что видео вам понравилось, поэтому не забываем поддержать его лайком, подписаться на мой канал, подписаться на мой телеграм. Обязательно пишите свои комментарии, как вы считаете, что нас ждет в будущем после обновления 0.46, потому что я не знаю, что нужно сделать разработчикам для того, чтобы переплюнуть всю ту обнову, которая сейчас происходит. Я кайфую от той обновы, которая у нас есть сейчас, но я думаю, еще больше кайфанул от обновления 0.46. Я уже жду эту локацию, безумно хочу поиграть вместе с вами. Пока-пока.